Импровизация мгновенно. В Сургуте дал концерт музыкант Сергей Летов. Это родной брат Егора Летова из группы «Гражданская оборона». Творчество Сергея отличает любовь ко всем музыкальным направлениям и их синтезам, особенно к лайв-джазу. На его счету десятки, если не сотни дуэтов с различными звездами российской эстрады. Среди них, собственно, Егор Летов и группа «Гражданская оборона», группы «Аквариум», «ДДТ», «Алиса», «2517» и многие другие. Сергей Летов играет на саксофонах, бас-кларнете, флейтах и даже на инструментах собственного изобретения. Себя музыкант и актер называют импровизатором, так как спонтанно в его жизни может возникнуть даже концерт. Как, собственно, и получилось в Сургуте. Маэстро был на гастролях в Нижневартовске, о чем узнали сотрудники культурного центра «Порт» и пригласили его к нам. Иногда, если этот тур уже проходит и есть какая-то дырочка, то можно ее заполнить. Вот сейчас, например, у меня есть петербургский тур. Заняты 19-е, 21-е, 23-е и 25-е числа. Нечетные, с разными проектами. А четные оказались свободны. Я написал Олегу Шару, барабанщику группы «Аквариум», о том, что я свободен по четным дням. И он мне заполнил. Мы на Невском будем в лавке художников озвучивать комедии Бастера Китона. Теперь в «Порту» готовятся к грядущим мероприятиям. 16 февраля всех приглашают на масленицу. Такую вечеринку назвали «Этнокод», «Зять Велком». Да и сам праздник будет изобиловать яркими синтезами этнического и современного творчества. Приедет вокалистка из Москвы Кристина Руденченко. Аккомпанировать будут стереомузыканты, и получится фолк под живую электронную музыку. Дополнят такой экспериментальный состав актеры летучего театра со своим перформансом. Также они представят несколько своих постановок в «Порту» в преддверии своего профессионального праздника в конце марта. А в марте 22 числа в «Порту» выступит японский этно-мультиинструменталист Хико Нацуаки. Это тоже будет достаточно интересное мероприятие.